Давай. Нет, вверх. Давай, поднимайся. О, молодец. Еще раз. Что-то не там стоял, как я ничего. Вверх. Да. Ручки положи. И промок. Да? Давай. Идет бычок, кончается. Хороший у нее получается элемент земли. Хлопаем. И вместе хлопаем. Иди нас, Камилы, что у человека в семье случилась эта беда. Вы как же, вот мы на себе прошли, почему к этому пришли? Значит, мы врачи, у нас очень много связей медицинских, вот у меня. Нам говорят, вам вот это надо сделать вот там, идите туда. Вот это надо сделать там, идите туда. И вы начинаете все как бы своими возможными путями ходить туда, ходить сюда. Это все в разнобой. Многие говорят, что вот это нельзя, вам качаться на качелях нельзя, вы что? Другие говорят, нет, вам нужны качели. И наша идея, чтобы создать единый такой центр, который заключался, в котором были бы профессионалы, и который бы у вас этот процесс, вот по жизни случилась проблема до, как бы, до трудоустройства, до какого-то максимально стабильного уровня вести. Чтобы это была единая команда, которая вознала ваших детей, наших с вами детей от рождения и уже до максимального момента. Вот у нас золотая как бы мечта, которую мы хотим, и несмотря ни на что мы сделаем. Просто, конечно, сейчас дается все это тяжело и медленно, но телегу главное покатить, дальше она пойдет. Да. Самое вот немножко о специалистах я расскажу. Вот если говорить об ипотерапии. Когда мы начали общаться с Васей, у нас уже стаж больше года получается, я поняла, что я этому человеку могу доверить своего ребенка. Вот. И таким образом, слава богу, этот человек рядом с нами. То есть это уникальный человек, который постоянно, очень тщательно следит за всем, что он делает, абсолютно. То есть мы целиком и полностью можем доверить ему своего ребенка. Почему с нами Маша? В общем-то, по причине того, что человек, который, несмотря на свой молодой возраст, очень заинтересован в результате. Для мам это самое важное. Вот. Массажист у нас, соответственно, с опытом работы с подобного рода детьми. Ну, роль массажиста больше будет даже готовить ребенка к ЛФК. Раз. Давай. Два. Чё? Три. Чё, не сильный? Я сильный. Ну покажи мне, какой ты сильный. И? Я сильный. Ну покажи, я не вижу. Да, да. Да. Не вижу. Не вижу. Давай, сильно толкай. Хорошо. Еще. Молодец. Давай. Вот. Мне кажется, она уже чуть начала ноги вытягивать, да? Угу. Или мне... Не, мне кажется, чуть-чуть получше, да. Давай. Давай. Эти упражнения вообще мы не умели делать. Смотри, как 50 раз. Для меня 10 раз предел. А это 50 раз. Руки назад вытяни сама. Назад туда за голову заведи и потянись. Вот, тянемся. И ноги выпрямляй. Вот, тянемся. Давай. Вот тебя туда. Нож туда. Давай. Потяните на себя. Ваша на спина. Или нет? Да. Давай, Дим, вставай. Поехали вместе со мной. Шаг. И переваливаешься. Раз. Переваливайся. С пятки на носок, Дина. Да. В них как бы все равно начинается ходьба с 5-10 минут, то есть не больше. Потому что для ребенка это очень большая нагрузка. А потом, когда он привыкает, то можно и там до часу ходить. Ну, каждый день.
многие родители говорят о том, что можно мы домой купим, но все равно это не то, должен надевать этот костюм специалист. Так, тянет нам, да, Дин? Стой ровно. Так, тебе сзади, наверное, тянет, да, или спереди? Да. Сзади? Да. Сейчас. Вообще его курсами проходит, то есть через каждые 3 месяца. Три месяца прошло, там месяц походили в нем, позанимались. Опять 3 месяца прошло и опять походили, позанимались. Что у нас там цепляется? Прямо. И ко мне. Дин, ко мне иди. Давай, Морзок. А, Морзок, слышишь? Не, вот на это, которую я держу. 1. 2. 3. 4. 4. А это? 5. Тебе больно было? Не больно. Не больно. Хорошо. Завтра придешь? Кила самите? Да. Все, завтра буду тебя ждать. И не ты ела мисам? Хотели подрезать эти елочки, и, видимо, мы забыли это. Идея вообще что-то делать с реабилитацией у нас зародилась здесь, потому что здесь очень спокойные лошади, и за Диночки мне пришлось сесть на лошадь. Она оказалась такая добрая, ласковая, нежная и не прыткая совсем. Лоси, собаки. Зоопарк. Такие индюки тут ходят, классные. Ребят, ты можешь? Ты хорош. Не бойся, не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Ты боишься? Ну-ка, будешь там? Смотри, как он кушает. Видишь? А дай пусть якобы покормит. Боится. Боишься? Мы катаемся, но он кормить никогда не кормит. Боится? Пришел, это вообще еще только родился. Крохотный. А вот одеялку не надо варено кушать. Слушай, у него шерсть, как я не знаю даже с чем сравнить. Иди отсюда, иди, иди, иди. Сядь ровно. Пальчик большой убери ей. Так, спинку выровни и покажи. Вот, иди сюда, иди, 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 Саша тебе даст. Не бойся, не бойся. Все, 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 умница. Язычком все, так лизнула еще. Молодец. На лошадке кататься будешь. Так, знакомство сначала, знакомство с лошадкой. Насколько она там испугается, не испугается. Как она ночь потом проведет. Как... Вечером будем Васе докладывать, как и что. Он с утра уже будет ориентироваться. Надо продолжать или не надо продолжать. Это редкий кадр. Он вообще не дотрагивается до... На большую кнопочку. Так, вот самый лучший ракурс. Спокойно посадить, у нас лошадки отсюда. Так, еще нигде не видели. Берись под плечо. Взялся. Теперь управляем повышенно. Нет, правой рукой, левой. 10.
Теперь двумя руками мне. Садись. Теперь давайте мы две руки в стороны принимаем и тоже потрясем. Тут как бы сильно не важно. Нормально. Вот. Нет. Попробуем, давайте пойдем. Вдохнем. Ну, сюда, сюда. Лежа получше. Ей просто, видимо, тяжело сидеть. Ладно, все равно давайте разворачиваем. Первый раз она будет заплакать, либо момент. Стойте. И посадим. Стойте. Сейчас, да? Да. Не, мы сами знаем. А мама будет ждать около лагеря. Пойдемте к маме уже там. Варя, смотри, тут мама. Беремся за ручки и выравниваемся посередине. Ну, для тебя это тоже не сложно. Да? Все, умеешь, Артем. Да. Ну, в таком положении хлопаем по шлему. Правый. Да. Конечно, польза. Польза колоссальная, потому что ребенок научился держать баланс. Вот, и он сейчас такие там вот варяет. Он может и не держаться вообще руками. Вот, и может наклониться и вправо, и влево, и назад, и при этом держаться и не упасть. Как ногами, правда, держится. Вот. Ну и вообще как-то успокаивает, наверное. Лошади очень много для детей делают. Вот. Потом свежий воздух, это тоже как бы все хорошо. Потом массаж, потом мы начали тут ЛФК. В общем, все то, что мы делаем для детей, мы делали для Дины. И каждый раз там казалось, что нужно еще кого-то присоединить. И вот на самом деле наша мечта осуществилась, что мы не только своему ребенку помогаем здесь, вот, а еще другим детям. Вперед. Два, три, один. Когда они между собой пересекаются, даже хорошо. Или ему было холодно, очень хотелось есть, он заплакал. Из воды показалась лягушка. Они пожалели Буратино и принесли ему лягушиное угощение. Класс. Она сверху, что ли? Да, там еще пол листа, целый лист. Вот эти большие. Браво. Короче, выпей что-нибудь. Сто, допустим, блин. Сейчас я невалистиком попробую. И пойду в сваренный ЛФК, ты нас уже там... Вот представьте, что он может... Такое движение должно быть. Сначала вверх, а потом... А потом сильно в серединке нажимаете, и потом совсем отпускаете. Бессонышко. Лучики. Лучики. Смотри, какие лучики получаются. Травку рисуем. Травку сейчас мы нарисуем. Елочка, елка, зеленая иголка. Лесной аромат. Радует нас. Сейчас мы облачка немножко нарисуем с тобой. Делай одуванчиковое поле. Что лучше без оглядки? Не смотрите, пожалуйста. Макай. Ну, сейчас видно уже, что все уже расслабились, все уже друг другу доверились, поверили нам. И основная цель этого нашего мероприятия, нашего лагеря, чтобы все отдохнули
и дети, и родители друг от друга, и дети чему-то научились. Наверное, не достигнуто, но мы уже близко к ней. Это хорошо, это нас радует. Такое новое. Кыш! Кыш! Лежать спокойно, не мешай, жужу, жужу, летаю и жужу, 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 устала посижу. Хоп! Кыш, муха, улетай, хоп! Ну-ка. Кыш, муха, улетай, кыш, муха, улетай. Давай мне рыбку. Шипастую. Где такая толстенькая рыбка? С шипами. Это не та. Те, которых словили уже. Берешь, короче, вот это. Как у нас когда-нибудь рыбка вся выловилась. Вот, сейчас я тебе вот это мешаю. Давай вторую руку. Левой рукой. Так, кто это? Кто это? Черепаха. Не хотите комара пескуна посмотреть? Комар пескун. Комар пескун. Да, здорово. Нос крутой. Просто со вкусом, да? У нас сказка — это комедия. Потянуть, вытянуть. Не может! Разваивать! А у меня слова сначала. Мышку позови. Правильно. Убегай. Убегай за мышкой. И подводи к репке. Показывай, какая большая репка. Мяу. Видишь, репка? Пи-пи-пи, вот так репка. Ой, прости. Скажи, давай. Говори пи-пи-пи, вот так крепко. Пи-пи-пи, вот так крепко. И с помощью тебя мы вытянем. Давай. Смотри, пожалуйста. Калис. Калис. Скажи. Скажи, пожалуйста. Пи-пи-пи, вот так крепко. Калис, давай. А папа может помогать пока. Давайте папа. Скажи, пи-пи-пи, вот так крепко. Не говори. Раз, два, взяли! Опа! Нет, а кто слушал, молодец! Теперь, если бы нас спросили, готовы мы еще раз приехать, мы готовы много-много раз приезжать, да, Игорь? Игорь стал, кстати, немножко помягче. Он стал позволять мне... его руками какие-то делать движения. Он такой мягкий такой стал. Вот, он, у него ушла такая зажатость. И это всего лишь за несколько дней. Вот. Ну да, лагерь, конечно, хорошая идея. Это как и реабилитация, в то же время без напряга. Спокойной обстановки. Семейной, и отдых, и развлечения, и лечение. Все в одном месте. И очень так спокойно. Конечно, очень хочется еще. Вот здесь все в комплексе. Здесь природа, вот эта ипотерапия, общение с лошадьми. ЛФК, вот сколько мы ездили, ЛФК, ну буквально, ну групповые занятия, ну 10-15 минут максимум. Здесь Маша по часу с ними занимается. Нашим детям вообще нужна, конечно, лечебная физкультура, это как воздух. Массаж очень хороший Ирина проводит. Вот именно общение с детьми очень хорошо продумано. Занятия с психологом, вообще я говорю, молодцы. Это все вот в комплексе дает результат, не что-то одно, там массаж, например, или ипотерапия, когда все в комплексе и когда вот все доброжелательно, с позитивом таким, мне кажется, будет результат. Ну, Саша уже неделя прошла, уже начала как-то ножку вытягивать, вот это уже хорошо, раз Маша вчера говорит, расслабила ножку, для нас это победа. Где мы сейчас находимся? Сейчас расскажи нам. Мы находимся вот здесь. Детки. Да, все. Вредный Карабах. Молодец. Молодец. Тише. Танечка, не плачь. Будь танцы на болоте. И белье вешаем.
белье как ты вешаешь? Вешаем. Как ты вешаешь белье? И кладем белье. И кладем. Кладем. Устали. Топаем, топаем. И вместе хлопаем. Детям самое главное нравится все это. Замечательная атмосфера. Лечение на высшем уровне. А, молодец, молодец. Молодец, прыгай, прыгай, прыгай. Нет, ножки, нет, ножки, ставь, ставь, ставь. Вот, давай, приседай. Молодец.